Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами. Уильям Хэшем Оверен родился в 1851 году в Коэтэме, Великобритания. Художника Дэвиса Купера он изучал живопись в течение 3 лет. Работал иллюстратором для различных журналов, в том числе для престижного Illustrated London News, иллюстрированного еженедельника своего времени. Был иллюстратором книг и, например, изготовлял иллюстрации для книг Джорджа Альфреда Хентли, английского писателя. Кроме того, Оверен был художником, который специализировался на изображениях военно-морского флота. Я цитирую переводную Википедию. Оверен регулярно выставлял свои работы в Королевской академии и Royal Institute of Oil Painters. Последним он состоял с 1886 года. Его, как написано, хорошая репутация докатилась до Соединенных Штатов США. Ему было поручено адмиралом Дэвидом Портером сделать картину в память о завоевании Нового Орлеана будущим адмиралом Глазго Фаррагутом во время гражданской войны в Америке. Фаррагут был приемным сыном Портера. Оверен выставлялся на Всемирной колумбийской экспозиции в Чикаго в 1893 году. Умер в Лондоне в возрасте 47 лет. Большинство изображений – это черно-белые литографии и гравюры. Цветные литографии тоже присутствуют, но они исключения. Оверен специализировался в основном на морских и военных мотивах. Помимо гравюр, Оверен создал также несколько картин масляными красками, которые принесли ему заслуженное место в Королевском институте художников маслом. Я цитирую переводную Википедию, но, пожалуй, и все, что мне удалось найти о Уильяме Хэшли Оверене, художнике из Англии. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы. Thank you.